Здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Сегодня предлагаю вам приготовить любимые салаты своего детства. Это с краснокочанной капустой, вареной колбаской и зеленым лучком. Получается очень свежий, вкусный салатик. Такой салатик съедается очень легко, много и с большим удовольствием. Для приготовления нам понадобится краснокочанная капуста. У меня вот здесь 500 грамм. Хороший вкусный горошек, пол стандартной баночки, где-то вот 150 грамм. Вкусная вареная колбаса, 300 грамм приблизительно. Пучок зеленого лучка, где-то грамм 50. И соль по вкусу, конечно же. И заправлять такой салат можно сметаной или майонезом. У меня сегодня майонез домашний. Если хотите научиться делать такой вот вкусный домашний майонез, оставлю ссылочку под видео и вверху. Очень хороший рецепт. Также можно заправлять сметаной, только берите жирную, от 20% и выше. Берем какую-то глубокую салатницу и сейчас будем все отправлять сюда. Я первым делом нарежу колбаску небольшим кубиком. Отправляем сюда горошек. Мелко режем зеленый лук. Можно, в принципе, вот эту белую часть не резать. Это вы смотрите, как ваше предпочтение. Мелко насекаем капусту. По желанию капусту можно вот слегка вот так вот, только где самые такие толстенькие кусочки применять. Вы ее сильно не жмите, очень вкусно, когда капуста хрустит. Сейчас салат солим по вкусу, перемешиваем. Заправляем сметаной или майонезом. Количество уже по вашему вкусу. Я в рецепте укажу, сколько ушло у меня. Вот такой салатик у нас сегодня получился. Обязательно готовьте этот рецепт. Он очень вкусный, этот салат свежий. Очень можно его много съесть и с большим удовольствием. Спасибо, что были со мной. Если видео вам понравилось, жмите лайк и подписывайтесь на мой канал. Не забывайте также комментировать это видео. Заранее вам спасибо. Пока-пока.